Дорогие мои друзья и зрители моего канала, всем привет! Хочу вам похвалиться тыквами, которые я сменил на 10-летний навоз. Соседям нужен был, ну, 10, может, и больше летний навоз. Ну, короче, он пришел, сосед, навоз поглядел, ему понравилось. Он мне говорит: обменяешь? Я говорю: на что? Он говорит: на тыкву. Я говорю: а тыкв много? Он говорит: ну, штук 9. Я говорю: давай. Вот такие вот обменялся. Бартер никто еще, короче, не отменял. Вот так и живем. У меня есть навоз, но мало тыкв. У людей много тыкв, но нет навоза. Кстати, если кому интересно будет, это тыквы все одного сорта. Сорт называется тыквенный центр. Пожалуйста, в комментариях, кто этот сорт выращивал, напишите. Это предел его вообще, его размеров. У меня весы сломались, поэтому взвести их не могу. Но так на это, так на взгляд, вот эта тыква и вот эта тыква. Потому что они очень тяжелые. Килограмм 25, не меньше этих тыкв. Тыквы уже спелые. Ну, вот так, послушай. Тыквы уже спелые. Теперь же наварю варенье, напеку пирогов, пирожков. Ну вот моя рука, вот тыква. То есть. Такие, короче, пироги. Все-таки бартер — это вещь. Я доволен. Как слон после бани. Не подымешь. Но мне соседи сказали, если его выращивать на навозе, еще больше будет. Немножко высохло уже, все сухое было. Немножко. А тыкв-то 10, а не 9. Ну, на этом все. Всем желаю мира, здоровья, добра. До новых встреч. Пока-пока.